Дорогие женщины, в преддверии замечательного праздника, мы, мужчины, его правда любим, как вам может показаться совсем не так, друзья. Сегодня все песни, сегодня все танцы, сегодня вся музыка принадлежит только вам. И мы хотели бы сразу вам поаплодировать, поздравить вас от замечательного, значит, нашего ансамбля, от администрации, от замечательного дома культуры. Если у вас есть желание, дорогие милые дамы, подпевать нам, мы будем только рады. Если есть желание присоединиться немножечко с нами, потанцевать, а почему бы и нет? Сцена позволяет, пожалуйста, есть импровизированная сцена, можете подниматься, так будет, я думаю, что веселее. Сегодня будут звучать песни, которые вы непременно знаете, и поэтому мы предлагаем попеть вместе. Следующая песня с Дона, ой, приложку, приложки. Давайте петь, гулять вместе с нами. Поехали! Притягивать весну. Мне кажется, немножко зима в этом году как-то, она как-то совсем сковала нас всех. С ноября месяца снега до сих пор лежат. Я вообще южанин, я вообще в принципе не знаю, что такое снег. Уже сколько лет живу на самом деле в Москве, до сих пор привыкнуть не могу. Давайте притягивать песнями, давайте притягивать своими замечательными настроениями. Следующая песня у нас
Значит, с Ростова, песня про любовь, песня про весну, поэтому будем рады, опять же таки, если подпоете нам эту песню. Вишня белоснежная цветет. Встречайте. Казачок-то у нас невесту здесь найдет. Так, следующая у нас песня написана на стихи Гавриила Романовича Державина. Мало кто знает этот факт, но песня, я уверен, всем знакома. «Пчелочка золотая, что же ты жужжишь?» Давайте пожужжим и споем эту песню все вместе. Поехали! Oh,
Здорово, девчата! Вот такая замечательная пчелушка у нас получилась. А, так, что у нас? Память-то уже. Привет совсем. А, следующая песня у нас, значит, всеми любимая. Меня специально попросили эту песню спеть. А, значит, «По дому гуляет». Знакомая песня? Споем? А что так тихо-то? Споем, а? Вот по-нашему. Запоет ее еще один наш холостяк. Сегодня буду всех сдавать. Иван Подставнягин, иди запивай эту песню. Потом и гуляй, казак молодой. Поехали. И сначала вы спешите, а я потом спою. Хорошо. Поедем венчаться, поедем венчаться.
давайте мы на секундочку представим, что мы находимся где-нибудь в деревне. Хотя, может быть, мы и находимся. Где-то топится банька, где-то, значит, на гармошке, где-то кто-нибудь там этот, да, отдыхают. В общем, самое, что ни на есть, обычная семейная. Семейная, совсем примет. Деревенская жизнь. Друзья, у нас есть замечательная песня, так и называется «Деревенская». Давайте споем ее все вместе. Поехали! Слышненько, да? Я сейчас обращусь к человеку, вы не думаете, что я совсем приехал, да? Эдик, а можно нам, пожалуйста, звук сюда, прибавь общего, и музыки, и всего, и голосов. Следующая песня, я уверен, вам знакома. Она, в принципе, не из казачьего репертуара, но, тем не менее, казаки ее поют. И почему бы нам не спеть эту песню в этот замечательный праздничный день, правда, Дим? Обязательно. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Давайте споем все вместе. Поехали! Выйду на улицу, солнца нема, красные девки свели меня с ума. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют мне весело.
ковыдом на воле все глян расцвело, девки гуляют, и мне весело. Следующая песня. Отдышаться помаленько. Еще софиты прям в лицо так хорошо, в черкесочке прям плюс 40, наверное, 50, плюс к обычной температуре, прям хорошо, как в баньке. Следующая песня. Так, совсем недавно мы, как недавно, уже время-то идет, выступали на телеканале НТВ шоу, называется «Шоу Мозгон». Там, значит, артисты не совсем в своем амплуа выступают, ну, с разного рода коллективами. Нас пригласили, и мы выступали со Стасом Костюшкиным. Усы такие налепили, значит, папаху ему одели. И, значит, сделали из него казака такого. Значит, и пел он песню «Батька атаман». Можете в интернете найти. Там везде очень много ссылок разных. И мы решили после этого взять эту песню к себе в репертуар. А почему бы и нет? Песня-то хорошая. И мне кажется, у нас она неплохо получилась. Ну, вы сейчас, естественно, оцените. «Батька атаман», либо вот пуля просвистела в грудь попала мне. Поем все вместе. Hey!
счастливые люди, я говорят, особенно. Обычно сольные концерты, когда у нас происходят, и шашками кто-нибудь работает, обычно сидят мужчины, первый ряд. И все сразу сидят вот так вот сбоку, так. Оп, так незаметненько. Ну что, девушки сидят, все нормально. Так это потому, что ваши женщины самые лучшие в мире. Они самые сильные, самые да. стойкие. Да, дорогие женщины. С праздником вас наступающим. Вон группа поддержки у нас, если кто не знает его. Спасибо вам большое, правда, я только на вас смотрю. Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь был в Ставропольских краях? Да. Были, да? Ну, значит, вы знаете, горы замечательные, воздух. В принципе, снегов таких нету, просто ешь, просто вот такие, такие сугробы. У нас следующая песня не Ставропольского края. Называется она «Ехал казак с ярмарки». Давайте ее споем все вместе дружным казачьим народным хором. Поехали! Я же только что на самом деле понял, что мы с вами-то и не познакомились-то толком. Нас просто так тихонечко музыка их зала заиграла, и мы такие закулисы спитают, надо идти. Даже не представились. Наш коллектив называется «Московский казачий ансамбль песни и танца «Бородафолк». Я объясню, почему «Бородафолк». Многих это, значит, немножко смущает ваши девушки. Но у нас название не от, собственно, от бороды. Произошло. Вы наверняка слышали раньше
Была такая фраза, она ходила очень в народе, как, ну, например, бородатый анекдот. Бородатый рассказ, то есть старый рассказ. Слово «борода» символизирует слово «старость». Так мы и поем в основном старые песни. Вот. А приставка «фолк», ну, это фольклор. Поэтому вот возник у нас такое название «борода фолк». Ну, вот и познакомились. В конце пошли. Спасибо большое. Следующая песня, я уверен, она вообще является одной из самых популярных, в принципе, в России. Вот имеется в виду из казачьего репертуара. Я уверен, вам она знакома. Песня «С гор Кавказа», песня терских казаков. «Ойся ты, ойся». Давайте споем дружным казачьим хором. Поехали! Без бога.
Спасибо вам огромное. А ну, так сказать, и зафиналить наше сегодняшнее казачье народное гуляние. Мы хотели бы, пожалуй, одну из самых популярных на Кубани песен. Я уверен, вы ее прекрасно знаете. Распрягайте, хлопцы, хвали! Любви, внимание вам, света, солнца, что вам еще пожелать? Всего самого-самого светлого, наилучшего. Пускай мужчины ваши радуют, а если мужчина еще не нашелся, так вот, пожалуйста, я вам еще молю. Вот, целый коллектив, пожалуйста, разбирайте. С вами был московский казачий ансамбль песни и танца «Борода». Фол! До новых встреч! С праздником! С праздником, дорогие женщины! Спасибо!